Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня распаковка первого заказа из 8-го каталога Oriflame. Подождите-ка, так, я думаю, будет гораздо лучше. Мы, кстати, сегодня собираемся на концерт, на рок-фестиваль, и поэтому локоны. Заказ на 150 баллов. Делаю такой плавный переход. Вскрываю коробку прямо при вас. Такое, наверное, впервые у нас в эфире. По крайней мере, я не помню, чтобы я открывала заказ вот так вот. А все почему? Обычно мне приходят 2-3 коробки. В этот раз заказ не очень большой. 150 баллов. Он, в принципе, не маленький. Но здесь очень большой объем занимает продукт Wellness. Поэтому... вроде бы баллов 150, а продукции не очень много. Итак, вот он, тот самый Wellness. К сожалению, сейчас на витамины нет подписки. Но у меня был запас, и пока беру поэтому одну пачку. Но я ощутила жизнь без витаминов и жизнь с витаминами. Она намного круче. Это вот прям 100%. Я где-то полтора месяца не пила витамины. Честно скажу, что я экономила, потому что было резкое повышение цен, и я подумала, пусть-ка лежат эти две пачки, потому что я всем заказала по две, Мише, Лере и себе. Ну пусть лежат на всякий случай, если мало ли вдруг заболеем, чтобы были витамины, потому что для меня витамины — это вот как активатор организма, стимулятор иммунитета. И я не пила полтора месяца, просто вот реально я сдулась, прям вот... я стала спать целыми днями, я просыпалась уже уставшая, вы представляете, я днем постоянно хотела спать, я спала 2 часа днем, и мне Миша говорит, слушай, а ты витамины-то пьешь? Я говорю, нет, пей. Я начала пить, у меня все восстановилось, я сейчас как батарейка энерджайзер, я перестала днем вообще прикладываться, я утром просыпаюсь, у меня силы на зарядку, на медитацию, приготовить завтрак, идти работать, гулять, жить. Ох, как хорошо. Все-таки витамины нам очень-очень нужны. Я заказала новинку, 2 шампуня, а их выгодно именно брать в паре, потому что больше скидка. Можно взять шампунь и кондиционер, но так как я кондиционер все-таки люблю более питательный, чтобы он насыщал кончики волос, из-за того что они сухие, мне вот просто для жирных волос кондиционер скорее всего и не нужен, а шампунь для жирных волос очень даже в тему, особенно летом. Вот сейчас мы попробуем этот лимончик у нас и мята, по-моему, да, лимон и мята. Слушайте, давайте один прям открываю при вас, здесь они на пломбочке запечатаны, отрываем пломбочку и нюхаем. Почему я так люблю лимон, я не знаю, я и чай все время с лимоном пью. Очень вкусно пахнет, мята немножечко смягчает, и он пахнет вкуснее, чем когда у нас был лимон и крапива. Все-таки там крапива такой травянистый, он не такой же нежный ментоловый, как мята, а этот прям очень вкусный. Поэтому рекомендую попробовать. Так, зубная паста одна, неужели правда одна? Да, почему-то одна, но я в предыдущем каталоге брала 2 пасты для чувствительных зубов. Когда я делала заказ, отбеливающей пасты уже не было, но потом она появилась, и я отправила еще один заказ. Но из-за того, что сейчас сроки поставок изменились, видите, первый заказ мы получили аж в субботу, в конце первой недели каталога. То есть следующий заказ, который я сделала среди недели, я получу только в следующую субботу. Ой, как долго ждать. Итак, паста для чувствительных зубов, очень ее полюбила, сначала прям давала такой отзыв, ну что она никакая, ничего она особо не чистит, а потом, когда у меня обнаружилась эта чувствительность зубов, я поехала к врачу, она говорит, лечить не надо, лечить нечего, нужна паста для чувствительных зубов, просто вот надо помочь зубам. Я делаю аппликации, то есть я прям вот пасту выдавливаю на прикорневую зону и держу сколько могу, 3 минутки, может быть 5, потом прополаскиваю рот и смываю ее, и просто чищу на ночь всегда зубы этой пастой, тоже очень нравится. Заказала мыло ладошки, по-моему, 2 кусочка. Вы знаете, это чудесное мыло, я даже сейчас открою один кусочек сразу, потому что я себе заказала. Смотрите, это ладошка, и вкусненько пахнет, вот прям что-то такое, абрикосик или персик. А когда мылишь его, то есть оно становится влажное, оно ярче пахнет, то есть вот от мокрой мыльцы пахнет
очень вкусно, поэтому я решила его повторить, тем более что когда-то я его покупала, мне кажется, аж в два раза дороже, чем оно сейчас в каталоге. Оно вышло около 50 рублей, может быть 47, вот так вот, не помню точно. Хотя вот у меня есть накладная, но в накладной нет цен, нету цен, ладно, оставляем. Так, в заказе у меня тональная основа в оттенке фарфоровый, Giordani Gold, минеральная. Она идет у нас с SPF 15, тоже заказала клиентка, это повторный заказ, уже брала, нравится, и даже когда я предложила попробовать что-то другое, может быть подешевле даже какие-то взять, она сказала: не-не-не, я вот знаю уже, что мне понравилось, что она эффективная, и кожа моя хорошо, и цвет классный, поэтому только ее и буду брать. Так, я еще взяла новинки. Смотрите, что я взяла. Это масло для волос с кокосом. Кокосовое масло. Ух ты, слушайте, как интересно. Этикетка двигается. Этикетку можно вообще снять, на самом деле. Так интересно, она и это такой же. Да, вообще первый раз такое вижу, что подвижное, как бы, знаете, как пленкой вот обтянули. Иногда бывают такие, продают наклейки для яиц пасхальных, обтягивают пленкой. Воду кладут, и она обволакивает полностью яйцо. Вот такое же ощущение смешное. Так, что по поводу этого масла. Я уже читала отзывы, что там нужно делать дырочку. Только не знаю, ножом смогу, потому что девчонки делали прям зубочисткой, по-моему. Потому что вот так вот мы его, скорее всего, не выдавим, на всякий случай. Крышечку. Так, выдавливается, но не очень. И видно, я вот дырочку прям сделала маленькую. Да нет, вроде бы дырочка есть, а масла нет. Кто-то говорит, оно очень густое, его надо греть, а у нас дома холодно. Пахнет вкусно. Так, сейчас вся обмажусь маслом тут, потому что у меня кое-что разлилось. Девчонки показывали, они прям открывали вот эту крышечку и выковыривали специально вот нашей такой лопаточкой для крема, выковыривали это маслице, и оно там густое. Но дело в том, что кокосовое масло, оно действительно густеет очень быстро, если оно такое правильное. Слушайте, у меня прям в крышке масло, не буду закрывать, зато буду знать, что это мое, а это дочке отдам. Бутылочки клевые, здесь 100 миллилитров, единственное, вот надо подогревать их, чтобы вот даже не бултыхается. Пахнет вкусно. Для волос очень полезно кокосовое масло. А еще я вам сейчас один лайфхак скажу по секрету. Я не знаю, сработает с этим маслом или нет, скорее всего сработает. Когда мы были в Таиланде, мы там покупали кокосовое масло, привезли в Россию, нам кто-то говорит: вы знаете, как классно с ним загорать, то есть загар ложится просто шикарно. И я мазала тело маслом кокосовым, я была как шоколадка. Обычно у меня загар, вы видите, у меня какая светлая-светлая кожа, он вообще не прилипает, а на это масло просто как шоколадка. И что интересно, кстати, попробую обязательно, я сначала солнцезащитно наносила крем, чтобы защитить свою кожу, потому что иначе я обгорю, а потом сверху масло. Ловите лайфхак, будем пробовать. Так, зубные щетки взяла, мне так нравятся вот эти новые щетки, я прям ими, я их покупаю, мне их забирают, я опять покупаю, мне просто уже надо обновить щетки. Что в них классного? Тут наверное не будет видно вам. Вот щетинки, во-первых, я беру мягкую такую, а внутри силикончик, такие вот как вот по кругу вставлены, но не кольцами, а с разрезиками. И когда вот чистишь зубы, получается хороший массаж десен. Мне вот прям очень понравились из всех щеток, которые были в Oriflame, эти теперь мои любимые. До этого я даже могла какие-то другие щетки в магазине, иногда там увижу по акции какие-то хорошие щетки, могла взять, то сейчас я даже в магазин не хожу, мне очень эти понравились. А Миша я беру такие жесткие. Так, я взяла набор, вот такой набор, это отдельно. Ой, еще масло нашла, все на руки, все для пользы наших рук. Наборчик у нас сейчас идет по акции за 399 рублей всего. Маска скраб для лица Essentials осветляющая, мыло из этой же серии, которое можно умываться, оно мягкое, не такое вот очень щадящее, нежное, у меня дочка им умывается, крем для рук вот такой маленький, для того чтобы
я беру с собой все время маленькие такие в дорогу, и я не только ими руки могу намазать, но и тело или ноги, вот чтобы с собой не таскать какие-то бандуры. Я вот лучше 1-2 вот таких возьму, если надолго еду 2, если на 2-3 дня, то конечно 1. И бальзамчик для губ, кстати, так давно бальзамчики не выходили какие-то вот новые, а так хочется. У меня у дочери, у меня такой был, мне он почему-то не понравился, может быть, у меня в тот момент как раз губы обновлялись, и я взяла, думаю, еще попробую, если что опять отдам дочке, потому что она у меня очень любит бальзамы, или ей отдам, у нее попробую. Так, что у меня заказали? Тональную основу такую Oncolor, она, по-моему, идет флюид, да, это тональный флюид, он с ароматом персика, и знаете, что он делает? Он лицо так как будто вот, оно немножко с отливом, легкий-легкий, как это не шиммер, конечно, но вот легкое-легкое, как с хайлайтером, вот получается лицо такое свежее, сияющее, не перегруженное, но оно не укрывистое, это средство. То есть если надо что-то прятать, прям может быть там пигментация сильно вылезла или следы от акне, не перекрывает, только вот именно освежение, сияние, такое лицо отдохнувшее. И вот кто эту тему уже узнал, уже постоянно заказывает этот тональный крем. Взяла дочке попробовать, она говорит: мам, у меня крем кончился. Как кончился? Я обычно брала до этого вот с органическими ягодами такой сиреневый классный крем, уже 3 или 4 баночки подряд. В этот раз делаю заказ, его уже нет на складе, я хотела ей 2 взять, и тот, и это, думаю, вдруг этот не понравится, а тот уже проверенный, но его не было, поэтому будет этим пользоваться. Что ж, что ж теперь. Кстати, вы заметили, шикарная тушь с эффектом гипнотического взгляда сейчас по какой крутой акции. И если вы участвовали в акции там с кодами какими-то, то есть мы вносили коды на сайт, потом нам присылали другие коды на скидку 10%, то на эту тушь еще 10% скидка, и она вышла вот тут просто за копейки, чуть больше 150 рублей. Я, честно говоря, очень удивилась таким ценам, это было более чем приятно. Целая куча блесков сейчас в распродаже стоят, вот эти все блески, ой, да они все классные, я еще закажу, потому что у меня клиенты начали просить: а где блески, а блески есть, а блесков у меня давно не было, все кончились, я себе 2 открыла. Итак, заходите в корзину, нажимаете кнопку «Далее», оказываетесь в разделе «Акции», и во второй вкладке, не первая акция, там прям несколько продуктов, а во второй листаете, листаете, листаете в самый конец, и там вот этих блесков 5 сортов и энергоблеск еще помады, тоже по хорошей цене, один блеск 135 рублей всего, представляете? Вообще сказка. Вот честно, я бы все их открыла и всеми бы пользовалась, но один только возьму себе, наверное, коралловый, может быть. Я помню, когда я его пробовала, мне так хорошо было, такие свежие губы, и розовый красивый, и вот этот как, какой-то карамельный такой интересный. Все, влюбилась в блески, просто бесподобный. Так, это я взяла, потому что у меня не осталось ни одной в запасе, это палетка для бровей. Вот, кстати, у меня сейчас брови выполнены, нарисованы именно с помощью этой палетки, это лучшее, что есть для бровей, что я пробовала. А я пробовала все, что выходило в Oriflame, мне это все очень нравилось, но палетка затмила все. Кстати, до этого я думала, что вот помадка для бровей, помада для бровей, которая выходила, я думала, что лучше уже ничего не будет, но нет, помада все-таки она высохла, я ей пользовалась редко, потому что были другие продукты, которые тоже надо, чтобы они использовались по сроку годности, а потом в какой-то момент я поняла, что она какая-то сухая стала, то есть засохла, хотя было все закрыто. Ну ничего страшного, я взяла в запас себе вот такую классную штуку, тоже все время вам хвалю, с кисточкой для кутикулы, специальное средство, чтобы вот, кстати, надо маникюр сделать, но некогда, огороды, дача, чтобы кутикула была ухоженная, чтобы вот прям вот мягенько все было, чтобы прям вот было хорошо. Очень нравится продукт, кстати, я думала, что закончится буквально за 2 месяца, мне хватило, мне кажется, больше года я пользовалась, вот только закончился, я его выкинула в пустые баночки. Больше года, а пользовалась я им очень много, потому что лежит на столе, и я все время
смотрю какой-нибудь вебинар, а сама мажусь, сижу, втираю, так классно. Вот, очень даже рекомендую. Но и это еще не все, у меня здесь целая коробка чего-то волшебного. Вы, наверное, уже догадались, это маски. Новые маски, к сожалению, зеленые мне не досталось, потому что я не в первых рядах отправляла в этот раз заказ, я ждала клиентку, которую так и не дождалась, и в результате я плюнула, открываю сайт ночью просто проверить и смотрю, крема нет, мультиактивного крема нет, против пигментации нет, у меня его заказали, зеленой маски нет, я чуть не расплакалась, я думаю, все, отправляю. Поэтому не было видео, как я делаю заказ, потому что это был уже первый час ночи, и я уже просто не хотела ничего записывать. Итак, одна маска, это скраб, скорее всего, да, первый это скраб, я же не помню, тут клюква какая-то нарисована. Давайте по цвету посмотрим. Прозрачная, как гель. И внутри вот вижу такие розовенькие частички. Не яркий аромат. Я вот даже прям выдавлю на руку и все равно сейчас руки пойду помою. Смотрите-ка, вот. Оно даже само розовенькое. Такое нежное, нежное розовенькое. Сейчас выдавлю сразу два. Это вот первый вариант. То, что у нас скраб. А второй, у меня вчера была новый партнер в команду, пришла девушка, кстати, с Ютуба, и ну, на Ютубе меня увидела и зарегистрировала сама, и она вчера приехала ко мне с коробкой, мы вместе открывали ее первый заказ, и я понюхала вот эту маску, и просто вот знаете, у меня кошка так делает, ей когда что-нибудь вкусно пахнет, она пытается прям себе в ноздрю запихнуть. Эта маска просто, она сводит с ума. Она с гранатом, она питательная и тоже гель, кстати. Ну-ка, сейчас я попробую их растереть. Скраб. Ну, он очень нежный. Аромат не... Такое чувство. То ли я тру, то ли она полежала и стало тепло вот в этом месте. По ощущениям, похоже, вот в спа была маска, такая вот с согревающим, с эффектом сауны, да, ее наносишь, и она прям лицо горит. А, слушайте, тоже тепло прям пошло. Сейчас еще послушаю ощущения. А это нет, это холодненько. Видите, это значит не из-за того, что я тру, а тепленько прям стало. А это гель, легенькая. Это вот просто увлажняющий легкий гель и скраб. Вот такие вот классные две маски. Маска, скраб. А зелененькую я не получила, к сожалению, не было. Но ничего. Вот, все, я вам похвасталась, рассказала свой заказ, поделилась впечатлениями о новинках. Рекомендую, напоминаю, что блески в этом каталоге. У нас по акции со скидкой. И вообще рекомендую листать раздел акции, там всегда что-то бывает такое вот прям ух, огонь со скидками и классные предложения. Я вам всем желаю хорошего настроения, приятных покупок, новых вам клиентов, партнеров, команду. А если у вас еще не оформлен дисконт, найдите ссылку под этим видео, оформите себе дисконт, вы попадете ко мне в команду. Я с вами свяжусь и расскажу, что делать, вообще с чего начинать, и включу вас в свои рабочие чаты. Все, пока-пока!